Всем привет! С вами сегодня я, Фокси 360, и сегодня со мной друг Матвей. Ой, рубрика. Да не, никакого у нас сегодня рубрики не будет. Сегодня мы будем вместе заполнять одну страничку моего дневника. Итак, погнали. Погнали. И вот так выглядит мой дневник. Котёра, шапка у него. Покемон Го! Да, меня по правде зовут Егор. Ну ладно. Так, первая страничка, она у меня выглядит вот так. Я его создал еще в сентябре. В сентябре его создал, 28 сентября 2016 года. В 10:56. Да. Вот такая вот у меня клевая страничка. Я люблю дельфинов. И вот это у меня волков. Да ты чего не можешь? Ну вот туда вот зад можешь встать. Чтоб тебя нормально видели. Вот так вот. Так. Я же тебе врежула. Жаль, что ты все это видишь. Потому что я вижу. Так, вторая страничка у меня выглядит вот так. Тут вот мои любимые запахи из Oriflame. Вот они, мои три запаха. И тут кот слушает музыку. Также взрыв мозга, потому что когда меня кто-нибудь бесит, когда мне какие-то ВК присылают какие-то дурацкие подписи, у меня получается взрыв мозга. Ну и ладно. Так, дальше там у нас идет секретное. Вот это не секретное. Огурцы. 53 рубля в пакетике огурцы. Также кот такой тут. Да, кот. Также я люблю суши. Суши объемные. Также моя любимая фирма Sony. Да. Sony. Я ходила на представление Dotus. Вот такой Dotus. Еще, если что, Dotus еще пройдет. Еще Dotus пройдет 10 января, театр оперы и балета. 9. И сейчас мы будем заполнять одну страничку моего личного дневника. Она вот тут. Для этого нам понадобится много чего. И сейчас я вам все покажу, что нам понадобится. Для этого нам понадобится декоративные скотчи. Всякие клевые картиночки. Вот такие вот. Всякие клевые картиночки. Также нам понадобится карандаш, маркер и ластик. Вот так, ластик. Вот тут я написал Егор. Приступим. А также нам понадобится много еще чего. А, конечно же, клей. Как же без него? Я возьму еще. Да куда пропали клей? А вот. Еще также я возьму этот клей. Вот. Нам понадобится вот так вот и вот так. Ну, то есть разный клей. Итак, приступим. А, ножницы еще. Где ножи? А, вот. И ножницы. Все, давайте начнем. Первым делом берем картиночки. Смотри, у меня картиночек. Выбираем самую лучшую картинку. Вываливаем все картиночки. У меня еще вот такой пятик есть. И заяц, ЛПС-ка. Это... Я люблю себя. Печенька. Вот, я лучше сейчас наклею печенечку. Вот такую славную. Я люблю вас, давайте я вас починю. На, печенька! Смотрите, у меня головой печенька. Тара-тара-та-тарам. Привет, а я печенька. Вы не знаете, где тут библиотека? Ладно, приступим. Сначала вырезаем. Я сейчас монтажом сделаю. Это быстренько. Мы вы
вырезали вот такое славное пи. Теперь я буду точно печенькой. Я печенька, Да блинки, блин. И сейчас мы ее приклеим. Приклеивать я ее, вот эту печеньку, я буду приклеивать ее вот сюда вот. Вот так вот печеньку я сюда приклею. Ну, сейчас это будет все очень хорошо видно, потому что все будет монтажировано. Сейчас все замонтажируется. Да блин! Я приклеила эту печенечку вот сюда, вот, вот такую лапочку печеньку. И сейчас, я напишу фразы. Ну, это будут секретные фразы. И я написал, печенька, я очень люблю печеньки, потому что я очень люблю печеньки. И сейчас я напишу то, что... Мне уже 6 минут, как видео идет. Ай, ну ладно. Пишем. И сейчас... Все монтажом я сделаю, и вы посмотрите. И вот как у меня получилась моя страничка. Вот тут вот печенька, я люблю печеньки. Тут этот тортик слушает музыку, тут райский остров, тут у меня красотища. И еще Анна тут выглядывает на Эльзу, что Эльза танцует. Ну и на этом мы подходим на видео к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами сегодня я был Фокси 360 и мой друг Матвей. Всем пока!